Здравствуйте, мы хотим оформить полис ОСАГО. У нас имеются все необходимые документы: паспорт страхователя, свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение и диагностическая карта на транспортное средство. Вы нам отказываете? Я сейчас узнаю офис. Я хочу в вашем офисе страховать. Вы работаете в Ангострахе или не работаете? Так, девушка, позовите, пожалуйста, кто здесь старший по этому офису? Ну как это его нет? Ну, звоните по телефону. Представьтесь, пожалуйста. Мы пришли в компанию Ингострах. Правильно? Да. Санкт-Петербург, Наличная улица, 22. Представьтесь, пожалуйста, вы здесь работаете? Или вы убежали и не будете работать? Мне не нужен ответ, мне нужен полис. Менеджер по работе с клиентами. То есть вы отказываетесь нам делать полис, правильно? Екатерина Гартвих. Отправляете наш центральный офис. Почетная грамота на Личной улице 22. За что, интересно, наградили? Наверное, за обман клиентов, да? Нет.